Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня снова здесь я, с вами Катя Мирошниченко, и, конечно же, поэтому у нас сегодня с вами дизайн. Сегодня хочу сделать пару вариантов из дайджеста, как всегда, очень удобно с ним работать, потому что здесь очень много идей и вдохновения, вот, поэтому я последний месяц очень много беру именно отсюда, потому что иногда вы смотрите, и все равно, например, картинка не складывается, как последовательно это делать, хотя здесь очень много QR-кодов, по которым можно переходить и смотреть видео мастер-классы, также здесь много просто мастер-классов. Вот, поэтому мы сегодня с вами работаем по каталогу, и я хотела один вариант дизайна сделать тоже из каталога. Вдохновил меня на этот дизайн журнал «Базар» с моей любимой Кендалл Дженнер и с офигенным колье от Картье. Это анималистичная тема, да, анималистика опять входит у нас в тренд, наступающий сезон. Уже, в принципе, в конце зимы было видно, что очень много появляется одежды и под леопард, и под питон, и даже бижутерия с элементами животного принта тоже присутствует. Вот, поэтому мы сегодня с вами делаем три варианта. Сейчас я чуть поближе покажу, что конкретно будет. Сегодня снова такая веселая тема сердечек, потому что у нас с ними очень много декораций вышло. Я считаю, что это одна из таких главных тем тренда для маникюра. Вот. И как раз захватим тренд, это сезон охоты, мы называем этот тренд. Начнем с вами, давайте, вот с таких веселых. Еще раз напомню, у нас очень много вышло декораций. Шармиконы в продаже будут уже в конце этой недели. Слайдеры уже тоже есть в наличии. Быстренько пробежимся. Это номер 127. Это номер 134. Номер 124. Номер 128. Номер 129. Номер 130, номер 131, номер 132, 133, вот такой NL Crust 5D 44 и 5D 45. Как раз нам из этого сегодня понадобится в работу. Мы берем с вами вот такие сердечки. Одни сердечки — это номер 125, и второй вариант — это номер 127. Показываю, с какой страницей мы сегодня работаем. Сегодня мы работаем с трендом, это сезон охоты. Мы сделаем вот такой маникюр с вами сегодня. Но это я в конце покажу. Вот. И также сейчас я открою тему сердечек. Вот такой очень нежный, классный маникюр. С одной стороны, казалось бы, вот, ну, не яркий дизайн, очень нежно смотрится. И я так думаю, даже для тех, кто не любители дизайна, захотят попробовать. Но вот к теме, знаете, как модный дизайн, не модный, это такая извечная тема. Очень часто стилисты, паблики про моду пишут о том, что маникюр — это моветон длинный, что дизайн — это не модно, что это колхоз. Но при этом, когда мы с вами открываем показы модных домов, которые сейчас поголовно у всех моделей ходят, ну, с такими необычными длинными маникюрами. Мы открываем ковровые дорожки, презентации каких-нибудь кинофестивалей, модели, киноактрисы, поп-дивы. Почему-то все с длинными... Я не говорю, что все, нет, но такой огромный процент, такого, например, даже 5 лет назад не было, понимаете? Почему-то Harper Bazaar, Vogue снимает, не знаю, тоже Николь Кидман с длиной тройка, черный французский маникюр, достаточно длинные ногти, да, и как бы такой вот всегда диссонанс идет. Одни говорят в паблике о том, что это не модно, и тут же мы видим, что это противоречит настоящему времени, что модные дома, модные какие-то актрисы, кто любят эпатировать, даже и те, кто не любят эпатировать, сейчас выбирают довольно-таки длинные маникюры, и зачастую с дизайном. Ноготочки спилила на 2 дня, у меня послезавтра фотосессия, там такая очень тематическая с мужем, и мне фотограф дал прям такой, знаете, перечень условий, что должно быть. У меня должен быть небольшой однотонный маникюр. Вот я ради этой фотосессии сейчас сделала себе вот такой молочный маникюр однотонный. Итак, и второй вариант, который мы сегодня с вами попробуем, это анималистичный тренд. Я вдохновлялась вот такими классными чокерами, даже это, наверное, господи, как это, колье, видите, такой прут толстенный с пятнами леопарда. Настолько меня это сильно вдохновило, и маникюр получился, мне кажется, тоже такой очень прикольный, классный. Это то, с чем мы сегодня с вами работаем. Так, поехали. Конечно же, за основу для вот этого нежного маникюра сейчас в тренде очень много пастельных цветов. Я буду использовать коллекцию основную весна-лето 2024. Это Bird of Passage. Это великолепный, просто отдельный респект дизайну коробочки. Я готова это трогать бесконечно. Для меня это отдельный эстетический вид оргазма. Превращается в подставочку. Еще раз напомню, здесь у нас офигенные стикеры, которые вы можете приклеить на тот же чехол телефончика. Конечно же, в этом наборе у нас идут наклеечки, а это не всегда. В основном это только отдельные коллекции, основные под сезон, благодаря которым можно сделать вот такие крутые, классные выкраски для ваших клиентов. И сегодня предлагаю поработать оттенком номер 468. На удивление, розовый не сдает обороты, но в этом сезоне розовый вот такой вот модный, нежный. Да? Если за прошлый сезон это был такой розовый Валентина, очень яркий, кричащий, то в этом сезоне очень многие модные дома выбрали вот такой очень красивый, интересный оттенок розового. Итак, маникюр сегодня у нас делается, если разделить его на этапы, простой, он несложный. Мы не делаем какой-то сложный градиент, мы на это не тратим время. Мы постараемся сделать в один слой покрытие. Почему в один слой? Потому что, во-первых, пойдет сейчас у нас слой стемпинга. Он снивелирует, плюс паттерн пойдет на весь ноготь, он тоже снивелирует, если будет где-то в один слой виднеться проплешинки. Вот, поэтому стараемся сэкономить и гель-лак, и время, да, и покрываем в один слой. Покрываем в один слой. Я делаю сразу пару, чтобы было понятно. Секундочку. Второй точно так же однотон покрываем розовый. А вопросы сейчас, которые идут, девчонки, сейчас чуть-чуть попозже отвечу, хорошо? Сейчас давайте я покрою все. 472. Так, это что это у нас? А, ну зеленый, слушайте, ну зеленый, это, во-первых, вы должны понимать, да, вот такие оттенки, как 472, сейчас Татьяна спрашивает, эти цвета, они зачастую очень самодостаточные, и, как правило, большая часть ногтей предполагается, что они будут однотонные, вот, и к ним в пару может идти использование максимум, смотрите, такая история, черно-белая, либо нюдовая, да. Вот, ну, для меня это будет очень хорошо подчеркивать этот цвет. Если делать какими-то яркими оттенками, тоже имеет место быть. Но вот то, что вы сейчас спрашиваете, для меня это, вот, наверное, самое такое вот базовое использование. Это когда мы зеленый можем усилить за счет нюдовой истории, белой и черной. Все, вот больше ничего и не нужно добавлять. И тогда зеленый, он просто великолепный. И маникюр, он такой стильный тогда, вот именно стильный. Вот, поэтому, если сложно ориентироваться в цветах, то в этом случае я всегда говорю, не экспериментируйте. Белый, черный — это подруги вот таких сложных цветов. Да? Зеленый цвет, он относится к сложным цветам. Так, ну что, тоже покрываем роскошненьким 468-м. Это, знаете, как вот история с красным цветом и бордовым. Я считаю, что эти цвета, в принципе, не рекомендованы для дизайна, потому что, ну, не каждый сможет сделать грамотно, чтобы это было не вульгарно, да. Вот, поэтому, как правило, красные, бордовые ногти, да, это история одного цвета, это самодостаточное покрытие. Здесь самое главное, тогда должно быть какое-то классное моделирование с идеальной формой, с идеальным покрытием. Хотя, если хочется дизайна, опять же, это лучшие друзья белый и черный в этом случае всегда. Да, с нюдом действительно, нюд это прям такая тоже друг наш лучший к сложным оттенкам. Так, ну что, давайте смотрим наш мастер-класс. Здесь очень интересная история. Мне нравится паттерн из новой пластины. Смотрите, он от большого количества элементов переходит в мелкие. За счет этого создается градиент. Поэтому вот кто не любитель делать градиент, а клиент просит, вот прям рекомендую вот этот паттерн. Отпечатываете в пару какой-то оттенок краски для стемпинга, и у вас получается прикольный градиент. Да, при близком рассмотрении будет видно, что это рисунок, а издалека, на самом деле, видите, этот вариант будет читаться как градиент. Вот, прям берите себе на вооружение, мне эта история очень нравится. Так, а здесь, так как у нас розовый идет, мы берем голубой, как фон, плюс голубой, видите, он часто здесь и в сердечках у нас встречается. Сегодня у нас тема с вами сезон охоты и тема сердца. Под паттерн либо обезжириваете, либо наносите теклес. Вот. Ну, так как я не любитель обезжиривать, я наношу теклас. Девчонки все мои, они всегда говорят, что ногти получились максимально тонкие, они не используют лишний слой, поэтому они просто обезжиривают цвет. Так, теклас. Так, чтобы мне стол не испачкать, сейчас я бумажечку себе постелю. 10 номер лака для стемпинга отлично подойдет. Так. Почистили. Так, шармикончики я вам показала? Нет. То есть шармикончиков сюда классная история подойдет. Напоминаю, я уже делала в пятницу обзор. Еще раз, также появились, вернее как, на складе появились, сейчас отгружаются активно. В конце недели будет на emi-shop.ru. У дистрибьюторов, я думаю, что, возможно, в Москве уже появилась. Вот такая история с шармиконами. Это вариант первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Это моя отдельная история, любимая просто. И девятый. Аж 9 шармиконов. Обратили внимание, много серебра в этот раз встречается. Мы с вами берем вот этот шармикончик с птичками, с перьями. Вообще эта тема сейчас тоже последние годы популярная. Почему? Это используется не в принтах, это очень часто сейчас используется в тату, в татуировках, в бижутерии. И мы решили на эту тему сделать шармикончик. Я говорила про мультипол гель, что он будет... давайте, я же вам говорила, да, 31-го должен был быть, а уже 1-го. Юля! А посмотри, я обещала девочкам, что мультипол гель на emi-shop будет уже 31 или 30-го. Мультипол. Посмотри, он появился, потому что говорят, что нет. Так, вот я насчет перьев, почему? Даже я сейчас журнал открываю, здесь где-то модель была. Вот. Это как вот почему столько текста у нас часто встречается сейчас в шармиконах, и почему вот история с перьями, с птичками. Потому что это сейчас модное направление в тату-наклейках, в ювелирке и также в татуировках. А когда будет? Обещали же 31-го, что будет. Узнай число еще раз. Девочки, сейчас я вам скажу новое число, потому что в прошлый раз мне говорили, что мультипл будет 30 или 31. Так, ну что, поехали. И такой вот... Ага, спасибо. Прям прикольный градиент получился. Классный градиент получается с этим. Дальше. Топ-слайдер, потому что я предлагаю взять сердечки. Ну, вот здесь я бы вырезала такие желто-зелененькие. Здесь можно вырезать такие персиково-желтенькие. Для этого мы возьмем основу топ-слайдер. Ногти матовые предлагаю вот эти делать. Сушим. Вот этих сердечек тоже покупайте сразу много, потому что предполагается, что вы на все 10 ногтей будете делать, даже вот если взять короткие ноготульки и вот так вот все в сердечки. Это не ярко будет, это будет тоже очень так элегантно. Офигенная эта история с этими сердечками. Поэтому их, видите, выпустили вот так паттерном. Так, тоже их можно при помощи... Ой, господи. И знаете, я выпила сейчас кофе, и у меня прям эта трясучка жесткая. Поэтому сори. Сердечечки теперь на весь ноготь. Можно подсушить в лампе, а потом вот так вот опилить. А можно сначала ультрабондом пройти. Видите, какие-то у меня это, движения странные сегодня. Кофе перепила. Вот я знаю, что мне нельзя пить кофе перед тем, как рисовать что-то мелкое, дизайны делать даже со слайдерами. Так, ультрабондик обязательно. Не новичок в стемпинге, но на мультипл гель стемпинг не очень получается. Отпечатывается на рисунок, а между, где попал гель. И между. Сейчас будем работать с мультипл. Просто не досушиваете фон, тогда фольга отпечатывается везде. Либо данный гель вам нужно шлифовать. И третий вариант, можно использовать прайм, к нему вообще не прилипает. И можно использовать матовый топ, но... Матовый топ нужно пересушивать минимум 3 минуты, понимаете? И здесь вот эти все моменты нужно исключить, и тогда все получится. Так, тут сердечко уберем. Так, перекрываем, предлагаю матовым топом. И сердечки выделить глянцевым топом. Перекрываем матовым топом. Сейчас до мультипл геля дойдем. Посмотрите еще раз правила работы. Так, когда появится в продаже 5D Nail Cruise 45? Юль, а узнай, когда 5D 45 появится. Это вот этот, да, наверное, сейчас я еще раз номер. Да, 45. Вот этот, который тебе нравится очень. Говорят, что его нет на emi-shop. Да, Pop-It. Сейчас я за него узнаю. Может, просто не видите, но по идее он там есть. Так, подсушили. Теперь берете палитру. На палитру берете топ без липкости любой. Я люблю праймом это делать. Просто густым тем же джем-тиклером будет некомфортно делать. Слишком мелкие сердечки, их слишком много. Вот, поэтому предлагаю вот так несколько заходов топом. Ну, вот без фанатизма. Широкую кисточку берете какую-нибудь. И вот праймом будет очень удобно, он же густой. Можно подсушивать периодически несколько секунд. А еще знаете, почему может рисунок, фольга, вернее, отпечатываться между элементами? Возможно, когда снимаете скрапером излишки геля, а он же прозрачный, вам же не видно, как он снялся. И это же не лак, это же гель. И там могут такие, знаете, полосочки оставаться в виде рисунка. И к нему понятно, что фольга тоже прилипнет. Вот. Ну, там просто нужно прям скрапером так давить, аккуратно контролировать себя, чтобы точно вы счистили все излишки. Ну, мы сейчас, я думаю, успеем сделать и на стемпинг, потому что я не планировала сегодня стемпинг показывать с фольгой. Ну, я попробую успеть. Так, смотрите, все, вот уже готово. И теперь ровно 2 минуты сушим. Декорации 5D будут в пятницу? В пятницу будет. Смотрите, сказали, на пятницу будет. Предварительно 8 апреля. 8 апреля мультипл. Получается, вот этот 5 апреля мультипл на emi-shop будет 8. Ну, надеюсь, что в этот раз будет. Должно, ну, уже на складе. На складе? Да. Хорошо. Так, вот такой вот быстрый вариант. К нему пару предлагаю сделать вот такую. И это все может быть у одного клиента, да? Здесь мы сразу наносим топ-слайдер с вами. У меня кисть КМ-3. Это красный соболь. Наверное, основная кисть, которой я постоянно работаю. Я ею и лепку делаю гелевую. Я и подмалевки ею делаю. Ну, я все делаю этой кисточкой. Ну, много всего ею делаю. Вот, да, полосочка, и на них фольга. О, это значит, вы когда скрапером чистите, возможно, скрапер какой-то вот здесь вот неровный, а плохо давите. Он же прозрачный, вам не видно, насколько вы счистили. Вот, поэтому здесь просто нужно потренироваться, прям стараться четко так. Ну, даже если где-то там микро-микро, на самом деле сильно не бросается в глаза. А если вот сильно, то, значит, да, плохо делаете вот это движение. Плохо делаете это движение. Ну, мы сегодня попробуем. Так, а здесь теперь берем другие сердечки. Это 127. Тоже простой, быстрый. Здесь вот, смотрите, сразу вам на все 10 пальцев. На какие-то такие. Где-то отпечаток, просто отпечаток. Квадратик, блин, вообще супер. Вот здесь предлагаю, смотрите, как делать. Мне нравится вот так пообрезать и только кусочек. Здесь, правда, я уже зацепила сердечко. Ну, ладно, мы тогда его сейчас в край приклеим. Недавно перелистала старые каталоги, сделать нейл-дрессы с рюшами и кружевом. Блин, кошечки мои. Сейчас мода такая. Вот у нас не все купят эти рюшечки и кружева. Ну, кружева, да, ладно, я согласна. Надо на стемпинг, кстати, сделать кружева. А, хотя у нас есть на стемпинге кружева. Пусть немного, но чуть-чуть есть. А вот рюши... такая история, что... Не все сейчас это оценят. Ну, посмотрим. Запрос я поняла. Надо попробовать. Так, все-таки закосячила с этим сердечком. Тогда уберем его, пусть лишнее будет. Так, а здесь вот так ненавистно каточек. Также ультрабонд. Прям следим, чтобы ультрабонд растворил все складочки, пузырьки, которые обычно образуются, когда слайдер приклеиваешь. Особенно, когда спешишь. Вот, и дальше мне хотелось бы добавить как раз вот эту историю с Charmicon'ом. Сейчас я скажу. Где перья и птички. Так он мне нравится. Там и текст. Это вот прям вот эти милые татушки, которые сейчас и клеят, и бьют себе люди на руки, и на зону декольте. Вот у нас... этой истории как раз посвящен вот этот шармикончик. Смотрите, какой он милашный. Здесь и мелкие птичечки, аккуратные, и эти птичечки со словами, и перышки. Отличная тема. И здесь как раз можно добавить, давайте, с пером добавим. В этот раз, кстати, мы серебра больше привлекли. Единственное, на Texas шармиконы стоит клеить прям минимум, чтобы прошло 2 минуты. Но у меня, конечно, никаких 2 минуты не прошло, как вы понимаете. Вот. Но в идеале нужно минимум 2 минуты. Тогда у него такая классная резиновая поверхность, которая прям идеально все приклеивается. Так, ну здесь также, так как это пара, делаем матовый топ. Сушим. А там, где фольга, тоже можно пройтись и немножко себе эту историю сделать глянцевой при помощи топа без липкости. Я насчет рюши поняла, девчонки. Хорошо, я подумаю. Но уже на осень уже мы не успеем сделать, потому что у нас осень уже вся тестируется, уже все готово. Потому что у нас так работает, так работаем с матрицами, что мы ровно за где-то 10 месяцев делаем продуктовую линейку. Видите, сильно заранее все это делается. Так. Вот такой маникюр. Понятно, что все ноготочки они могут быть разные. Объединять их будет одна тема. Это то, что розовый, голубой и сердечки. Так, еще раз напомню, это была страница 56. И это был у нас дайджест. Теперь давайте перейдем к другому тренду. Тренд сезон охоты. Здесь есть очень крутой маникюр. Вообще прям рекомендую. Сама люблю с каталогом работать, потому что, представьте, я с девочками этот каталог делала еще 10-12 месяцев назад. Уже все забыли, что мы там где придумывали. И когда ты открываешь какие-то мелочи, какие-то подсказки, тут тебе и варианты с типсами, да, тут и... Господи. Сейчас, секундочку. Здесь и ногти с мастер-класса. Видите, ногти с QR-кодом, где можно даже мастер-класса нет, но ты переходишь, а здесь будет мастер-класс. Я предлагаю сегодня сделать вот этот маникюр. Это очень быстрый дизайн и вот, ну не знаю, элегантно смотрится. Опять же, клиенты зачастую делают дизайн на ногтях. Это не тот, кто, например, носит этот леопард. В основном чисто противоположно. Чтобы уравновесить вот такую яркость в одежде, делают однотонный маникюр. Вот. А, например, если человек предпочитает спокойный гардероб, вот на фоне спокойного черного гардероба, белого гардероба, нюдового гардероба очень хорошо смотрятся дизайны. Даже вот такие, казалось бы, с темой леопарда, да, неоднозначный такой принт. Для этого есть очень классная у нас коллекция, напомню вам о ней. Коллекция Сафари офигенная. Вот она вся красивая. На самом деле я ее рекомендую делать вообще без дизайна. Вот. Но так как я сейчас буду это делать с матовым топом, то давайте возьмем либо 39 цвет, либо 440. Либо 440. Делаем однотонное покрытие. Единственное, конечно, с фольгой очень неудобно работать на вот таких типсах, когда подставка идет. Так, сейчас можно перемешаем. Фольгу удобнее всего, на удивление, делать именно на живом человеке. А когда мы с вами образцы готовим, вот на ложках еще удобно. Но так как я на ложках типсы не люблю образцы делать. Можно на ложку, конечно, эту типсу приклеить, но тоже неудобно. Так, слушаем. И вот как раз сейчас первый вариант я показываю. Это страница 35. Мы будем работать с мультипл гелем без стемпинга. Вот следующий вариант, я уже вижу, что я успеваю. Я показываю вот такой маникюр. Тоже мне так нравится это сочетание. И я думаю, что первые ногти, которые я сделаю себе из этой коллекции, это как раз будут вот эти ногти. Потому что я этот цвет себе уже сделала на ноги. Вот такой лаймовый красивый цвет. И вот просто сделать рисунок под фольгой больше ничего не нужно. Ну, понятно, что нужно научиться работать. Вообще, в принципе, со стемпингом. Вот, ну и с мультипл на стемпинге тоже в том числе. Поэтому четвертый вариант сегодня у нас с вами будет еще вот такой. Как раз еще раз посмотрите, как работать. Так, так как у меня будет просто элемент отдельный, я предлагаю взять либо матовый топ уже изначально, так как ногти будут матовые. Но у многих на матовые часто прилипает все равно топ. Поэтому я сейчас буду делать одновременно два ноготочка, чтобы сейчас не ждать матовый топ, а ждать нужно 2-3 минуты, чтобы он прям хорошо просох, и тогда можно делать дизайн. Либо вот я до этого сейчас работала в Инстаграм, я там нанесла прайм-топ. Прайм-топ тоже отличная основа для отпечатывания фольги. К нему фольга точно не прилипнет уже даже после 1 минуты. Прям вот запоминайте. Если вы хотите работать с фольгой, то вам нужно купить прайм-топ. Вот. Но я сейчас делаю на матовый, потому что у меня изначально, видите, матовые ногти. Чтобы не тратить время лишних слоев, я поэтому сразу матовый нанесла. И вот пока он у меня тут сохнет 2-3 минуты, я показываю со стемпингом вариант. А для стемпинга давайте возьмем из набора очень красивый оттенок. У меня сейчас моя любимочка. Я себе уже на ноги покрыла этот педикюр. Очень прикольно. Это, знаете, как вот говорят, типа, кто решится на такое покрытие? Я говорю, слушайте, после тренда на зеленые цвета, а-ля... Господи, кто у нас зеленый-то первый ввел в моду? Боттега-Венета. Помните эти сумки и обувь зеленого вот такого типа цвета? Какой бум тогда был. Тоже казалось, никто это покупать не будет. И между прочим, это вошло в моду. А маникюр тогда то же самое. Говорили, зелеными цветами покрывать клиенты не будут. Еще как начали покрывать? Конечно, не сразу. Итак, 475-й. Самый модный цвет сезона. Несмотря на то, что по версии института Пантон самый модный цвет сезона это 469-й персик. Если мы берем с вами маникюр, я считаю, это 475. Ну, его, во-первых, в одежде вагон и маленькая тележка будет представлена. Делаем в один слой даже, в принципе, так как у нас стемпинг пойдет. Перекрою, снивелируют все недостатки. Вот. И в данном случае я хочу сделать какой-нибудь рисунок растительный. Вот, ну давайте вот этот вот возьмем. Он как раз и в каталоге я им делала. Сейчас мы протрем. Вот кто-то пишет, Ирина Ромашкина. У меня самый востребованный 475. Вот, Ирина, вот видишь, ты подтверждаешь всегда мою интуицию. Я тоже изначально говорила, вот посмотрите, говорю, все равно это будет самый востребованный цвет. Вот, хотя многие говорят, типа, вот, ну это слишком. А я считаю, что это просто мультимодно будет. Цвет очень вкусный. Так, понятно, что... Чтобы у нас фольга прилипла только к рисунку, так же, как и в предыдущем варианте, нужно что-то на цвет нанести. Поэтому это что-то у меня будет прайм-топ. Который у меня постоянно заканчивается. Знаете, у меня раньше теклас заканчивался, теперь у меня постоянно прайм заканчивается. Все, и сушим от 1 минуты. Ну, в принципе, вот я проверяла, вот 1 минуты уже бывает достаточно, чтобы начать отпечатывать фольгу. Так, берем фольгу. Фольга желательно брать мягкую, с обратной стороной в серебре. У Эми эта фольга самая идеальная. Желтое золото и благородное золото. Запомните, желтое и благородное золото. Так, приготовили. И здесь у нас с вами уже как раз прошло 3 минуты. Матовый топ готов. Я беру мультипл гель. Еще раз напомню, когда купите мультипл гель, я вас прошу, девочки, фольгу не снимайте с него. Прям дырочку фольги сделали и работайте, чтобы он у вас был постоянно закрытый. Тут же закрыли. Все, вот работайте с палитрой. Только что говорили, я прошу прощения, потому что в прошлый раз я вам обещала, что он будет 31 марта. Вот, но его не успели доставить еще на склад emi-shop.ru. Сказали, вот он уже на складе, и поэтому старт перенесли. Но это не старт, он просто закончился у нас на emi-shop.ru. Сейчас он в наличии будет с 8 числа. Вот, но я думаю, что он в этот раз уже точно. Ну, тоже, знаете, как вот я говорила, что это будет самый продаваемый продукт. Мне говорили, что сейчас дизайн делают мало, вот, поэтому не угадали с emi-shop.ru, и там он закончился очень быстро. Вот, поэтому, если вы такое любите, как только появится, сразу приобретайте. Надеюсь, с 8 числа точно будет на emi-shop. Ну, я ориентируюсь, смотрите, на вот этот рисунок, который я видела на Кендалл Дженнер, да. Там такое колье с округлым окончанием. И на нем черные просто пятна леопардовые. Но так как элемент маленький, понятно, что мы просто поставим пятна, не классические леопардовые. Поэтому я такую ширину, видите, сделала, чтобы мне было потом удобно эти точечки делать. И сушим от 15 секунд до 30. Вот. Но в среднем вот 15 секунд, как я заметила, более чем достаточно. Особенно если лампа Эми новая, мощная. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все, и отпечатываем. Это более усовершенствованный продукт для фольги. Вы знаете, что я постоянно делаю продукты для фольги, потому что сама обожаю вот этот эффект от фольги. Сейчас многие работают с пигментами, а я все равно считаю, тот эффект, который металла создает фольга, вот не создает этот эффект пигмент. Если на видео, на фото это еще смотрится прикольно, то вот в натуре, когда вживую ты смотришь на ногти, это не тот эффект. Поэтому у меня вот что выходило, и черный тюльпан был для фольги, потом глоссами выходила, потом принкот гель, он тоже был классный для фольги. Вот сейчас мультипл, мне кажется, это прям вот уже совершенство, но его в первую очередь сделали такими характеристиками, чтобы можно было со стемпингом работать, поэтому это прям клей получился, поэтому он сохнет как клей. Вот если вы банку с клеем бросите, вы же знаете, что произойдет, да? Он просто высохнет, даже не от полимеризации, от воздуха. Здесь тут же точно такой же принцип. Все, пятнышки предлагаю сделать EMPASTA. Это краска без липкости. Ну вот не точечки, а прям, знаете, вот постарайтесь такие пятнышки делать. Чё? О, нашла. Нашла? Видите, я поэтому пошире сделала линию, потому что я понимала, что если я тоненько сделаю, у меня просто эти пятнышки не поместятся. Поэтому смотрите побольше моду. Там столько вдохновения в пабликах о моде. Так, сейчас мы сушим. Еще раз напомню, это мне привезли журнал «Базар». Свеженький базар. И здесь у нас Кендалл Дженнер с роскошным таким колье от Картье. Смотрите, классно же. Наталья Анатольевна пишет: я мультипол перемешала с черным тюльпаном и хорошо хранится в палитре. Да, так тоже можно. Я очень часто перемешиваю с черным тюльпаном, либо с альпийским снегом, чтобы мне было видно, что я делаю. Вот. Ну, если ты говоришь, он еще благодаря этому хранится в палитре, ну, попробуйте, только немного, возьмите, поэкспериментируйте. Сначала попробуйте небольшой объем. Так, и нам это всю красоту нужно закрепить, поэтому мы снова берем топ без липкости. И для вот таких элементов отдельных я теперь точно использую всегда прайм, потому что это густой топ, пастозный. И им вот такие элементы перекрывать очень удобно, потому что он меньше течет, чем тот же, например, Теклас или Ультрашайн. И еще знаете, чем хорош мультипол гель? На нем фольга даже после покрытия топа вот меньше трескается, как это раньше вот происходило, нужно было быстро работать. То есть здесь, в принципе, даже и работать быстро не нужно. Так, сушим. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь просто сейчас плохо видно, все бликует. Смотрите, вот так лучше видно будет сейчас. Вот. Я сейчас такой отражатель, грубо говоря, сделаю. Вот, смотрите, видите, как хорошо фольга легла. Вы видите? Идеально. Идеалите. Понятно, что эти закорюки, они могут быть разные. Вот, если мы снова вернемся к каталогу, да, это дизайн, сейчас скажу, какая страничка. Девочки, работайте с каталогами, ну так удобно, и клиентам хорошо, и вам очень удобно. Даже мне удобно. Смотрите, они могут быть где-то прям в кольца, где-то вот такие кривые, асимметричные, где-то вот так вот просто как змея. На всех ногтях может быть разное. Так, ну что, давайте теперь к стемпингу вернемся. Кто просил насчет мультипол геля? Давайте. Так, мультипол гель, кисточку сейчас мы возьмем. Широкенькую. Стемпинг нужно поменять. Юля, принеси мне штампик матовый какой-нибудь. Короче, вот такие глянцевые не берите новые. Берите какой-нибудь старый, уже ненужный. А, у меня есть все, прошу. Все, я нашла старый. Вот, берите, который вот такой вот матовый. Потому что гель прозрачный, он как вода на стекле будет на новом штампике собираться. Да, это летний каталог. Он, кстати, самый первый, что у нас появилось еще в феврале. Он в продаже и в электронном виде, и в живом виде. Видите, я прям храню эту баночку, прям, чтобы не испортить, потому что чуть-чуть забудетесь, и он у вас высохнет. Так, что, все готово, это готово. А, и самое главное, вот то, что писали девчонки, говорят, полоски остаются. Так, где мой скрапер? Смотрите, скрапер прям должен быть хорошего качества. Вернее, они когда новые, они все хорошие на самом деле. Просто они бывают со временем, у них вот эти края становятся такие зазубринками неровные. Поэтому вот прям проверьте, чтобы он был хороший. Все, проверили, вроде норм. Все, втирающими движениями нанесли. И постараюсь сейчас с одного прям раза снять. Прям я так хорошо надавила, прокатыванием сняли. И прокатыванием, блин, прикиньте, отпечатала так. Надеюсь, я попала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, там, ну, 16. В принципе, можно еще несколько секундочек. Хорошо отпечаталось, но я вижу чуть-чуть дисперсия. Вот прям есть еще. Вот, но это прям быстренько. Так, обратили внимание, какой тонкий рисунок был. Представьте, насколько сильно скрапер снимает толщину геля. Правильно? Это очень тонкое нанесение. И вот чтобы создать продукт, на который отпечатывается фольга, ушло очень много времени. Все. Я считаю, что это очень достойно для такого тонкого нанесения. Смотрите, вот есть один такой вот момент, видите, вот полосочка. Это значит, в этом месте у меня скрапер, когда снимал гель, возможно, вот здесь вот полосочка геля осталась. Но я считаю, что это, ну, как бы такие мелочи. Вот все равно это просто настолько удобно и классно. Просто научитесь чисто скрапером снимать мультипол-гель с пластины. Все, вот единственное. И просушка. Время просушки должно быть от 15 секунд до 30 секунд, в зависимости от вашей лампы. Можно сюда, кстати, текст какой-нибудь наклеить, да? Давайте вообще без ничего. Классно, вообще без ничего. Все, и перекрываем финишем. И чем хорош еще мультипол, фольга на нем от топа не разъедается вообще. Не разъедается. Надеюсь, Светлана Зайцева, ты сейчас поняла, да, ошибку? Это для тебя сейчас показывала. Вот. Есть она там, эта полосочка, да? Ну, где-то вот здесь вот, возможно. Но, опять же, для таких тонких линий, для такого тонкого нанесения продукт справляется прекрасно, понимаете? Здесь нужно регулировать время. Вот. Чем тоньше линия, тем меньше сушить мультипол гель. Вот видели, я там 15, 16, 17 секунд сушу примерно. Ну, на этом... А, знаете, что я вам еще хотела сказать? Девочки, у нас же лаки появились в продаже. Самые обычные лаки, вы же помните, вот такие яркие оттенки. Многие знают, что вот у нас в феврале выходила коллекция базовых оттенков, там розовые выходили, ну, много выходило и осенью, и зимой. В это лето, смотрите, какие офигенные лаки. Я знаю, что с лаками проблема. Сейчас вообще клиенты, которые потребляют обычное покрытие на натуральные ногти обычными лаками, им лаки хорошего качества очень сложно доставать. И я знаю, что Эми — это одни из немногих, кто постоянно пополняет свою линейку лаками. Вот. Их купить можно, в принципе, много где. Вот, поэтому можете с вашим клиентом сказать, у кого есть натуральные ногти, что появилась еще одна яркая новая коллекция лачков. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Вам хорошей рабочей недели. Всем пока-пока.